сегодня с нами Евгения. Это первый обзор, где у нас участвует очаровательная девушка, можно сказать, фанатка автомобилей Volvo. Смотри, какая у нее прекрасная машина. Что это за автомобиль? Это Volvo C30 2007 модельного года. Прекрасно просто, посмотрите. Такой вот купе, наверное, скорее городской хэтчбэк, купеобразный для города, да? Расскажи, почему именно эта машина тебе так понравилась, ты ее приобрела? Это уже не первая Volvo у меня. Вообще в семье она третья Volvo, начиная с 940-й отцовской. Далее я приобрела в качестве первой машины Volvo S40 первого поколения. 1.8 на механике она была, и также красного цвета, и очень я ее любила, и она мне очень нравилась. Но поскольку я не люблю седаны в принципе, и мне хотелось компактный маленький хэтчбэк трехдверный, я склонялась именно к C30. В принципе, даже на сегодняшний день, поездив на других автомобилях подобного класса, я ей равных не вижу в этом я классе. Я услышал правильно, что у тебя механическая коробка? Да, это механика. Давайте посмотрим. 2 литра здесь. Механика. Это вот удивительно. Это, что называется, настоящая женщина, которая способна осваивать джойстик. Это очень здорово. Я всегда, когда узнаю, что девушка способна управлять механической передачей, это просто для меня феерично. Да, это было принципиально. И искала именно 2 литра на механике, 1.6 по динамике, конечно, с 2-литровым мотором сравнить. Ну, невозможно. Поэтому искали 2 литра, и на тот момент было всего 4 машины, из которых 3, к сожалению, были далеко не в лучшем состоянии. Хотя и свою я, когда брала, она была далека от идеала. То есть ты ее активно доводила, да? Очень много пришлось сделать, и на сегодняшний день я все еще продолжаю этот процесс. Ну да, вот здесь видно, что еще работа предстоит, но скоро машина будет просто. Она так блестит идеально, и будет вообще здорово. А вот расскажи, что вот этот значок, что это значит вообще? Это клубная эмблема, горцующий лось. История ее возникновения довольно забавная. В Швеции достаточно частое явление – это лоси, которые выскакивают перед автомобилем на дорогу. Поэтому автомобиль должен быть, во-первых, крепким, а во-вторых, должен выполнять блестящую переставку, дабы и объехать препятствия, и вернуться. Способна объехать любого лося, потому что они всегда бегут в одном направлении. И вернуться на свою полосу. Здорово. Без последствий. Здорово. Соответственно, ребята из Volvo так решили пошутить и такую эмблему нарисовали. Ну, я смотрю, резина у тебя вообще классная, Eagle F1. Прям да, супер, Goodyear. Очень мощная. Хорошие протекторы, я думаю, что безопасность действительно, Volvo безопасна, и резина да. Тоже безопасная, все будет здорово. Но обижал лоси вообще когда-нибудь? Тьфу-тьфу, не приходилось. Не притягивает, можно лепить смело, слава богу, не приходилось, да. Ну и заглянем под капот, нам обещают 145 сил с четверкой. Где у тебя открывашечка? Давай. Я не найду сам. Давай. Достаточно далеко расположено. Ничего себе, какие там. Да, смотрим, сейчас будем смотреть. Кстати, вот специалисты по Volvo обнаружили, что зад-то не рестайловый, а перед уже с рестайлингом. Да, это довольно интересный момент. А вот это немножко не работает? Немножко, да, поэтому да. Придется держать руками. Я пока не заменила его. Я подержу тогда, пока ты рассказываешь. Вот, смотрите. По поводу рестайлинга. Кто знает эти машины, естественно, наверное, вызвал вопрос, почему машина с такой мордой 2007 года выпуска. Такой момент, сделали рестайлинг передней части автомобиля, в будущем будем менять заднюю часть полностью, то есть там бампер немножко отличается, поэтому его также буду менять. Здесь довольно много работы проделано было для того, чтобы вот внешний вид изменился в лучшую сторону. Здесь бампер, решетка радиатора, полностью все наполнение, то есть очки под ПТФ, фары меняются. Ну, сделали, кстати, хорошо. То есть не видно, что самосбор. Ну, российский клуб Volvo все, у нас да, творит. Все хорошо сделали. Ну скажи, вот по механике, что у тебя здесь ломается, не ломается, как вообще? Сейчас расскажу, да, тоже. Да. Машина, естественно, уже по пробегу у меня подходит, на самом деле, к 100 тысячам, поэтому какие-то болячки фирменные, да, присутствуют, детские болезни проявились уже за это время, тоже сейчас о них расскажу. Здесь, в принципе, ничего сверхъестественного у нас нет, рядная четверка, поперечно расположенная. По, значит, таким вещам, которые могут выйти из строя, достаточно часто выходят. Вот здесь у нас находятся катушки. Нет, это катушки находятся вот. Ага. К ним вообще никаких вопросов нет, как правило. А это что-то такое? Модуль со зажиганием получился? Это датчики вихревой заслонки. Вот эти две штучки. Ух ты. Достаточно часто случаются
у тридцаток, ну, я не могу сказать, что часто, на самом деле, просто встречала, что такая же проблема на фокусах, она бывает, у нас общая база с фокусом, с Ford Focus 2 и Mazda 3, и случается, что они выходят из строя, там симптомы похожи на пробуксовку сцепления, машина не, то есть обороты растут, машина не едет. То есть это вот первый это признак. Причем их не сразу можно поймать, когда они начинают подзалипать слегка, то есть, то нет. То есть компьютер может поначалу это не видеть. Потом уже, когда они сильнее проявляются, там уже очевидная становится проблема. Стоит 2000 рублей, меняются 2 минуты. Ничего страшного в этом нет. А двигатель от чего стоит, ты знаешь? Это фокус. Фокусовский двигатель получается. Единственное, то есть к нему претензий нет, это очень надежный агрегат, он цепной мотор, то есть там нет ремня ГРМ, и здесь даже, ну, трудно сказать, точно ли он прям фордовский, потому что в тот момент, ну, когда он разрабатывался, да, они уже, я имею в виду, что Volvo с Фордом уже разработали достаточно плотно, и вполне, то есть я не исключаю того, что здесь очень много наработок совместных, поэтому не могу сказать, что... Ну, в целом, что у тебя здесь еще ломалось? Или более-менее опять же, подушки двигателя, значит, здесь момент такой очень часто, и практически, наверное, на всех S40 и C30 они подходят к замене где-то на... Ну, наверное, на 80 тысячах ну, я поменяла. Да, я поменяла все подушки, там, коробки двигателя, то есть мененные все. Что еще, ступицы передние? Ну, закрываем, здесь у нас заканчивается. Здесь вопрос. Коробки проблем нет, да? Да. Фу, это механика, в принципе, вещь надежная, ну, слава сцепление богу. Сцепление меняло еще. Меняло сцепление, не потому, что были к нему претензии, а потому, что когда покупаю машину с механической коробкой, сразу меняю сцепление. Ну да, как там полили для тебя, как, непонятно. Ага. Как расходник, ну, то есть все фильтры, жидкости, сцепление. Меняю, так, стоит оно недорого, в сборе 10 тысяч рублей. Я считаю, что это неплохо. А что у тебя со ступицами было? Передние ступицы, они гудят, как, впрочем. То есть меняется, подшипник в сборе меняется со ступицей, они где-то, наверное, ну, 50-60 тысяч вот так гудеть начинают. А, ну, вот. До победного ты гул не стала заводить, решила поменять. Это, знаешь, как истребитель пикирующий. Гудела как истребитель. Сейчас вот уже я меняла их на... Так вышло, у меня товарищ в разбор свою тридцатку отдавал, я у него взяла ступицы, они уже были БУ, соответственно, сейчас у меня я уже слышу звук, уже слышу, что пора бы поменять, вот возьму оригинал, новый поставлю. Многие... Ну, а к тормозам нет у тебя претензий? Значит, тормозит? Про тормоза, да, могу рассказать, хорошо тормозит в том случае, если это оригинал, оригинальные диски, оригинальные колодки. Я за оригинал всеми руками, потому что... Расскажу, рестайлинг не сам по себе возник, а произошло это по причине того, что мы попали зимой в аварию. А в аварию попали в связи с тем, что были установлены не оригинальные тормоза. Я не берусь утверждать, что это вина производителя тормозов. Вполне возможно, что они были вообще поддельные. Я этого не исключаю. К сожалению, так вышло, что колодки мной приобретенные, во-первых, перегревали диски, они три пары дисков деформировали подряд. Ну, две пары. И они в экстренной ситуации, когда мне потребовалось экстренное торможение, не затормозили, они проскальзывали, то есть скользкие, как рельсы, то есть очень, вообще не очень тормозили. Странно, да, то поэтому после того, как сделали рестайлинг, тормоза, поскольку мы это, ну, я этого еще не знала, тормоза остались прежние. Тысячу проехала, у меня бьет руль при торможении так, что он из рук выскакивает. Думаю, повело диски, поменяли диски, а колодки вообще новые, то есть не стесанные, ничего, вообще идеальные. Ну, поставили их опять. Хотя было подозрение, что так лучше не делать, да. Ну, тем не менее, это было сделано, и через где-то 500 километров диски стали бить опять. То же самое. Да. После этого сменили полностью уже, как положено, диски с колодками. Сейчас, тьфу-тьфу, вопросов никаких нет, стоит оригинал Volvo. Да, тормозит, слава богу, очень хорошо. Ну что ж, хорошо. Все у нас. Давайте посмотрим, что у нас под капот заглянули, посмотрим в багажник. В багажник заглянем. Здесь очень стильно, да, вот задняя часть очень стильно сделана. Да, стекло мне нравится очень. Класс вообще. Это прям все стеклянное, да? Да, это стекло. Лучше, кстати, тонировать, если не хочется, чтобы туда смотрели соседи по потоку. Стекло. Единственное, здесь идет либо жесткая шторка, которая, на мой взгляд, она очень сильно уменьшает. И так небольшой багажник. Ты ее демонтировал, получается? У меня стойка мягкая есть, я ее сейчас сняла. Ну, правильно, потому что мы накидали мои все вещи, и вот они полностью, вот полностью, да, все заняли. Ну, городской хэтчбэк.
Сложно от него. Если сложить кресло, умещается совершенно спокойно, да, комплект резины в сборе полностью. Вот так вот, да? Да, ну, можно складывать из багажника, можно складывать из салона. Ага. Получается абсолютно ровный пол. Ну да. Если, более того, с моим ростом, во мне 1,65 м, я по диагонали туда укладываюсь спать спокойно, ну, да, при сложенных сиденьях. Вот, да. Вот. Да, сзади за тобой можно даже разместиться. Электропривод сидений здесь, ну, это, да, с памятью. Это, Volvo, это же премиум, очень удобно. Премиум, поэтому даже три целых позиции. Да, три позиции. Хорошо, так. Сзади довольно уютно. Значит, здесь еще идет по центру подлокотник. Давай, продемонстрируй, как это работает. Как правило, здесь вот идет подлокотник, я его не ставила, он идет, это опция, то есть его надо дополнительно приобрести. Слушай, а тут получается четырехместная машина, тут же третьего не положено. Здесь четырехместный автомобиль, то есть 2 плюс 2, ездить очень комфортно задним пассажиром. Я на дальние расстояния не проверяла, но по городу перемещаться очень удобно и уютно. Да, для даже он запас есть, вполне, там специальная выточка. А это кожа, да? Да, это натуральная кожа. То есть очень такая приятная. У меня супруг ростом 1,82 м, и сзади, даже позади вот себя, он усаживается. Конечно, кресла места у него не особо много, но до головы, то есть он комфортно вполне здесь помещается. Вполне можно брать для города, вообще здорово будет. Ну, конечно, как единственная машина, маловато, как ты считаешь? Ну, по этой причине мы сейчас продали Opel Astra GTC и собираемся приобрести XC90 в качестве практичной машины. Замечательно, очень удобно. Вот. Так, ну что ж, посмотрели. Давайте. А, присаживайся, посмотрим, как тебе удобно или неудобно здесь впереди размещаешься. Как вообще? Комфортно тебе? Долго ездила сама за рулем? Да. Ну, максимально 1500 километров трасса, которую на ней проезжала, то есть до Астрахани. То есть часто очень ездим, это Саратов, Астрахань, постоянно. Очень комфортный автомобиль, буквально там 6-7 часов за рулем проводишь, вообще не устаешь. А не кажется, что большое рулевое колесо, да? Да, это интересный момент, я не знаю почему, но у Volvo достаточно большой руль. Что в связи с этим я заметила, рулить вот таким образом, там, понтоваться одной рукой здесь никак не получится. То есть ты рулишь строго по технике, так как положено, двумя руками. Я думаю, это плюс. Панель приборов видна, кстати, прям идеально. Это то здорово. Есть тебе ничего не загораживает. Очень просто, кстати, удобно. Давай заведись, посмотрим, как они там заводятся. Что нам для этого сделать. О, разъем такой специальный есть. Такой ключ у нас. Вот так все загорается, и смотрим. Вот, завелось тяжело. Да, очень зеленая подсветка, да? Да, ее можно, кстати, регулировать. То есть можно ярче сделать, бледнее. А это у тебя отпирается задний. Да, отпирается лючок. Свесы тоже воруют бензин, видимо. Ну, не знаю. А если это как здорово, эти вот дырочки для вентиляции, откуда идет воздух? Воздух идет вот из вот боковых здесь. Сопел, как всегда, по лобовому стеклу. Сейчас я присяду и продолжу беседу. Так, закрываем. Здесь тоже закрываем. Я уже могу разместиться. Вот мы заняли место в салоне. Очень здесь классно, кстати, да? Вот мягкое все. Вот. Да, все мягкое, мягкое под кожу. Вообще, видно, что. Здесь достаточно богатая комплектация. Светлый кожаный салон натуральный. Здесь из опции не достает только близ. Это... Крыша еще надо добавить, да? Ну, насколько я знаю, есть версия с люком. Здесь нет только близ системы слепых зон контроля. Но насчет этих зеркал могу сказать... Они очень здорово отличаются от того, что у меня было в прежней машине. Здесь не получится разглядывать в зеркало заднего вида кузов. То есть они отвернуты от кузова в сторону, но видно в них абсолютно все. То есть я не могу сказать... Чувствуешь комфорт в городе? Абсолютно. Она настолько... Они маленькие, но очень комфортные. Слепых зон, ну, практически минимум. Не бывало у меня такого, чтобы я кого-то видеть не увидела. Здесь очень мало этих световых табло. Это, ну, это у нас, соответственно, как люстра. Много, да, вот так. Можно сделать так. Можно включить для чтения. Ну, датчик объема, естественно, здесь есть. Зеркало с автозатемнением. Раздельный климат двухзонный. Да, вот здесь крутить, да? Крутится. Здесь очень удобная панель. Вот эта панель, кстати, вот висящая панель, здорово. Парящая, здесь да, можно, консоль. Можно это вот алюминий, кстати. Руки, да. То есть это не пластик. А почему помяли? Как так случилось? Кто-то грыз? Кто-то, да. Я вот думаю заменить, может быть, впоследствии. Это еще серьезный клавиш, да. А вот это что у тебя за модуль такой? Скажи, это Вибаста, парковочный таймер-отопитель.
То есть он установлен не штатный, он идет штатный. У этих машин, если, соответственно, он шел с завода, то тут никаких таймеров внешних нет, все регулируется с пульта. У меня есть отдельный пульт здесь, вот отдельный таймер, можно поставить. То есть выставляешь, приходишь, а потом у тебя все время тепло, хорошо. Да, приходишь, машина теплая, то есть сразу горячий воздух, все оттаяло уже, не надо отмораживать стекло. У тебя прям дополнительные усилия тут, я смотрю, по этим лосям. Да, это лосиные силы добавляют мотора. Ну здорово, а не может так быть, что она тебя посадит аккумулятор, и ты придешь, и у тебя проблемы с тем, что машина Насколько я знаю, теоретически оно возможно, поэтому рекомендуют после того, как ты 15 минут погрел салон, хотя бы там в два раза дольше поездить на машине. То есть короткие расстояния, да, есть риск такой. У меня, слава богу, такого не было. Хотя в теории он возможен. Что здесь еще есть? Здесь установлена аудиосистема High Performance. То есть выше, то она идет начальный уровень, high performance, и есть, насколько знаю, еще, то есть премиум саунд, который звучит еще лучше. У меня к high performance вопросов нет вообще. Громко, да. Сейчас я сделаю. Прогноз финансового инвестхолдинга финансов. МП3 читает, да? Читает все. CD-чейнджер на 6 дисков, здесь 8 колонок по кругу, сабвуфер есть. Хорошо звучит, кстати, слушай. Хорошая шумоизоляция. Звучит. Класс. Сейчас сделаю песню одну. Аукс. Вот здесь CD-чейнджер внутри. Диски вот сюда, то есть ты вставляешь туда 6 подряд, он сам себе все сделает. Классно, супер вообще. Вот, сейчас мы сделаем трек хороший какой-нибудь. Жалко, что только USB нет. Ну, 2007 год уже, конечно, не было. Да, USB нет, но с учетом того, что я привыкла с автомобиля слушать, ну, комфортно. Да, качает, качает, слушай, даже... Слов прям нет, все хорошо. Здесь есть эквалайзер, соответственно. Да, мощно. Ну, в общем, можно сказать, что звук прям вообще отличный. Как он у тебя тут горит этими машинками. High performance sound, супер вообще. Да, отлично. В общем, зимой чувствуешь себя уверенно, получается, да? Возвращаешься на ковра. Да, очень комфортный автомобиль. При том, что здесь небольшой дорожный просвет составляет... Да, вот расскажи, ты страдаешь от того, что... Нет, я от этого совершенно не страдаю. Он составляет 13 сантиметров. И пока я в пределах Москвы нахожусь, я от этого не страдаю. Когда я выезжаю в какие-то города уже подальше, типа Саратов, Астрахань, там уже, да, трассы наши очень тяжело проходить на подобном автомобиле. Поэтому в этом году я поставила проставки. Они идут оригинальные по каталогу. То есть они, правда, рассчитаны на V50 универсал. Ну, тут оптимизация. Но такая. Это одно и то же, поэтому я поставила, то есть они на стакан ставят. Стойки. Здесь очень хорошая подвеска, кстати. Это Макферсон передняя, задняя многорычажка, независимая. Мы сейчас проедемся, посмотрим. Да, автомобиль здесь очень здорово рулится, управляется очень комфортно. Ну, тогда поехали. Поехали, сейчас нам расскажут, как все управляется. Он только пристегнулся. Так, подожди, нам куда? Нажал выезжать? Ну да, ну мы сейчас развернемся вот там вот. Давай разворачиваться, там задний ход. Вот парктроник есть у тебя, нет? Да, есть. Задний парктроник. Все есть. Куратор парковки написано. Да. Я, правда, больше люблю рассчитывать, конечно, на зеркала. Оно так надежнее. Это вообще прям мечта, на самом деле, мужчина любого, который любит автомобили. Потому что сама их любишь, это очень здорово. Не сомнений. А то все сейчас ездят, как вот недавно видео делал. Сама машина паркуется, рулит. Вот ты таким вот чем, меня это очень расстраивает. Я и автомат-то не очень жалую. Хочется чувствовать себя водителем, хочется понимать, что от тебя что-то зависит, контролировать этот процесс весь. И это доставляет удовольствие, но полностью автоматизированные системы, они, мне кажется, лишают водителя такой возможности. Так, сейчас я выпущу нас. Так. Ага. Безопасность превыше всего, Вольво. Сразу заблокируется. Ну, да, поехали. Дверь, она закрывается сразу. По городу проедемся немножко и расскажем. Как трогаться легко, с сцеплением работает? Очень легкое сцепление, хороший ход у него. Он не длинный, но и не короткое сцепление. То есть давай очень легкое. Лучше там пробка.
нет? Пробки совершенно не напрягают, не устаю, ноги не отсыхают. Ну, вот сейчас мы проедемся, посмотрим как. То есть спортивной, в абсолютном смысле этого слова, назвать эту машину, конечно, нельзя. Она приспортивненная, будем говорить. То есть стремительный у нее внешний вид. Все, мы поехали. Внешний вид у нее прекрасный, действительно спортивные лежаки, она проходит довольно мягко. Да, слушай, не особо напрягает. Здесь хороший такой баланс между именно динамикой и комфортом. Ездить очень удобно. Отлично. Ну, так ты ездишь, да, потихонечку, или гонять любишь? Как? Сейчас, если будет где погонять, погоняем. Не, я не заставляю гонять, ни в коем случае, чтобы не подвергать опасности у нас всех. Езжу достаточно вообще-то аккуратно. То есть, если где-то есть ровный участок, где я точно знаю, что нет ям внезапных, каких-то лежачих полицейских, где можно разогнаться хорошо и безопасно и комфортно, с большим удовольствием автомобиль это позволяет и очень это любит делать. Ну, здорово. Ну, а какие слабые места? Вот по салону, например, по двигателю мы уже поговорили, а вот в салоне есть какие-нибудь особенности? Даже, все, в принципе, нормально. Даже не могу придумать ничего такого, к чему можно было бы придраться в салоне. Пластик мягкий, комфортный. Есть, на самом деле, сверчки небольшие в районе... Пока ничего не слышно. Ну, надо сейчас дорога ровная, надо, да. По плохой дороге их, может быть, слышно, но машине 7 лет, то есть... 8 уже, поэтому это нормально. Не могу сказать, что это напрягает. Шумоизоляция фантастическая, все-таки это Volvo, это комфорт. Да, это шумоизоляция. Как же ты слышите подшипники, которые ступятся? А вот как, если бы не он, было бы еще 5 раз тише. Ага, то есть у нас еще что-то подгуживает, получается. Да, это гудеж, это вот подшипник, я его слышу. Так, тишина, вот он, левый, скорее всего. Тишина фантастическая в салоне. То есть... Ну, премиум, действительно, премиум, вне сомнений. В общем, ты довольна, и следующая машина тоже будет Volvo, да, видимо, да? На самом деле, более того, я даже не хочу расставаться с этим автомобилем. Конечно, не буду загадывать, но на сегодняшний день я понимаю, что машину найти Volvo на механике вряд ли когда-либо уже представится возможным. 2 литра едут бодро, меня они очень радуют, получаю море удовольствия, и настолько она мне нравится, купил бы еще одну. Ну вот, вот здорово, на самом деле, очень когда нравится. Вот машина так вот доставляет такое удовольствие, это прям прекрасно. Получается полностью баланс. Вот мы вновь миновали достаточно легко, лежак, сгоняемся. С обгонами тоже проблем у тебя нет, стопил и поехал. Ну, то есть очень здорово. Так что вот Евгения с удовольствием рекомендует этот автомобиль, да, ну или вообще марку Volvo, потому что очень и зимой хорошо, и летом здорово, да, вот с климатом все в порядке, здесь такой человечек нарисован. Да, человечек голову, есть. Да. Очень удобно устроена панель, очень эргономичный салон сам по себе, то есть ты ни обо что не бьешься, тебе комфортно с любым ростом, размером, то есть, ну, чувствуешь, боковая поддержка здесь тебе не сжимает бока, то есть она есть, очень, но да, она... Очень мягкий, комфортный. Мягкая, удобная, да. То есть ты чувствуешь себя удобно, как дома. Здесь нету ничего, чтобы тебя как-то смущало или раздражало, отвлекало. Это, в принципе, отсутствует у этой машины. Все сделано для водителя. Дотянуться до любой кнопки ты можешь на ходу. Здесь мультируль, кстати. Он вообще очень здорово работает. Кнопки прям под пальцы ложатся идеально. Ты на ходу вообще ни на что не отвлекаешься, а просто управляешь всеми функциями автомобиля с руля. Круиз-контроль здесь есть, что тоже очень здорово и разгружает тебя на трассе просто потрясающе. А где он тебя включается? Вот, нажимаешь круиз, плюс, все, и он держит постоянную скорость. Ногу убираешь с газа. Да, удобно. Даже вот на механике можно... Причем ты можешь добавить скорость этим же джойстиком или убавить скорость. То есть... Прекрасно, прекрасно. Дальше уже ногами начинаешь работать, все, уже переходишь, управление берешь на себя, соответственно, хочешь продолжить на круизе, плюс нажимаешь, она уже тебя на круизе будет. Ну, здорово. Вот мы разгоняемся вот так бодренько. Сейчас в поворот войдем, вот в поворот у нас сейчас входит. Что замечательно, замечательно все. Держит она отлично дорогу, в повороты входит как утюг.
То есть ну, как утюг это как? Как утюг это прям по прямой утюг, тяжелый. Как утюг в смысле, что она не отклоняется от курса, да, держит прекрасно, ты не напрягаешься, даже на довольно большой скорости можно закладывать повороты, не боясь, что что-то с тобой случится. Кстати, о системе помощи водителю. Здесь по безопасности сумасшедший, наверное, пакет. Здесь есть все, что можно и нельзя придумать именно на тот год, когда, естественно, была эта машина выпущена. Здесь подушки водителя, всех пассажиров, шторки боковые. По встречке, правда? Ладно, бывает. Я, правда, не знаю, куда я еду. Я впервые нахожу. Систем всяких здесь очень много, которые тебя защищают. Так как это Volvo Plus, здесь сделаны из разного типа стали кузов, таким образом, чтобы именно зона деформации у тебя определенным образом действует. В случае чего у тебя и двигатель уходит вниз, то есть не и педали складываются, да, таким образом, чтобы не повредить ноги водителю. Очень здесь все продумано, очень грамотно. А как зона очистки по стеклоочистителям? Все хорошо? Ничего там не... Вот сейчас продемонстрирую. О, ничего, вот это она уходит, вот это да. У меня, правда, щетки не очень новые, но вот. Слушай, ну у тебя вот здесь прям за стойку она уходит, вот это потрясающе. Видно все, то есть... Да. Покупайте Volvo, прям до северного климата действительно здорово они делают. При том, что это вот маленький городской хэтчбэк, она, вот не дашь соврать, только что ездили по такому относительному бездорожью, вполне она комфортно себя чувствует. Хотя у нас довольно такая еще низкий профиль, резина изящная, будем говорить, городская. Диски довольно большого радиуса, то есть диаметра вернее. Диаметр, да. Как они смущают буквы R, да, всегда? Да, вот зачем R ставить? Радиус, уже это диаметр. Давно уже диагональных шин нет, зачем эту R лепить? Есть такое, равно, ну да. Это уже... И печка здесь потрясающая, климат радует, что еще? Да. Пользоваться всем удобно, у некоторых моделей был даже, кстати, телефон, то есть прямо здесь сим-карта здесь вставлялась, да. У меня такого нет, но по... Ауксу можно тоже вот спокойно разговаривать. На самом деле просто машина, да, 37 год, это Bluetooth еще. Ну, на данный момент мне хватает в ней всех функций. Кстати, здесь есть и электроскладывание зеркал. Здесь вот на панели, то есть управление тоже. Никаких каких-то особенностей, которые мешали бы. В салоне придраться не к чему. Разве что вот есть кое-какие сверчки появляются. Но по нашим дорогам они появляются на самом деле у любого автомобиля. Да. Безусловно. Этого никак не избежать. Двигаемся. Сейчас будем опять преодолевать лежачий полицейский. Все за этим прыгающему. Это прям передача активно понижаешь. Ты контраварийно училась где-то ездить? Как так случилось? Нет. Мне просто интересно. Я отучилась в обычной автошколе, когда поняла, что... Ну, еще очень хотела научиться водить машину всегда, то есть с детства мечтала об этом. И пошла в обычную автошколу, но там уже в процессе обучения поняла, что меня немножечко не тому учат. И немножечко, ну... Не, ну это круто, реально. Вот, это вообще... Действительно круто. Не так хорошо, как мне бы хотелось. То есть... Так кто научил-то в итоге передачи понижать? В итоге муж интересно. Меня научил всему. Ну вот, так сказать. Ну, я есть очень хороший. Вот так вот. Видите, как женщина скромняшничает хороших мужчин, чтобы не увели, не дай бог, да? Ну, нет, не надо. Вот. Ну, мне сначала мне наняли еще на этапе обучения дополнительного инструктора, который сам прекрасно водит, он телохранитель в прошлом. И он меня научил очень многим интересным фишкам. Сам, включая развороты на ручнике, чем я активно пользуюсь зимой, ну, когда мне надо развернуться на месте. Летом как-то жалко. Да, летом жалко резину, да. А дальше уже попадаешь в реальные условия города, понимаешь, что это совсем не то и страшно первое время. Ну и супруг со мной ездил, естественно, первый там месяц-два, все показывал, рассказывал. И через два месяца, когда приехал уже папа, посмотрел, как я вожу машину, сказал, что годно, в жизни бы не поверил, что два месяца езжу. Потрясающе. Ну, то есть, что называется, тест пройден, ну и благодаря Volvo, а еще была другая Volvo, да, V40, видимо. Да, была S40 была первого поколения, да. У нее, кстати, изумительный автомобиль. Я вспоминаю ее исключительно с добрыми чувствами, с
любовью, и никаких вопросов к ней не было вообще. Она и обслуживалась очень хорошо, очень заботливый хозяин у нее был. Все прямо. И поэтому, ну, мы с ней прям... А, у нас зеленый светофор сейчас заболтал. Стрелка улетела. Изумительная машина. То есть после нее я, конечно, даже уже не задумывалась о Volvo, о том, чтобы поменять Volvo на другой автомобиль. То есть даже варианта такого не было. Здесь есть поворот, это же, да? Есть. Ну, чуть дальше. Должен быть. Да, сейчас немножко пробочку. Ну, все заодно и пообщаемся. Да. Как в пробке мы ездим. Пробка. Ну, я думаю, что пробка дырка. Вот поэтому люди начинают покупать автоматы, потому что приходится абсолютно не напрягает этот процесс, потому что он как-то естественно происходит, да? И ты не задумываешься о том, что ты едешь на механике, но едешь. Да, нормально. Легкое сцепление, то есть оно очень легко им работать, оно комфортное, оно не напрягает. Очень короткий рычаг, то есть короткая кулиса, то есть вот ты работаешь фактически одной кистью. Ну, удобно, да, то есть это посадка, видно, что можно совершенно спокойно на музычку слушать, да, там. А, это по повести. А, вот, пошла. И хорошо, жалко, что вентиляции нет, да, только подогрев попа есть. Вентиляции нет. Да, прошлым летом, и особенно в регионах типа той же Астрахани, там попа прилипает, жарко, да. Но в Москве я не испытываю каких-то отрицательных эмоций по этому поводу, потому что здесь редко бывают прям такие жаркие дни. И климат в салоне, то есть ты выставил, и тебе прохладно. То есть, в принципе, не прилипаешь. Вполне нормально. По коже это есть смысл перешить салон. Тысяч, да, пробег 100 тысяч, она не особо вот старенькая. Да, у нее есть вот на боковой поддержке именно водительского кресла присутствуют трещинки, вот такие небольшие. Да, ездит, ну, если как 100 тысяч скоро нам, поэтому да. Скоро подберешь еще ножкой вот этот коврик. Уже протерла. Уже протерла. Да. Ковры, да, ковры хочу под заказ сделать себе такие мягкие велюровые коврики. А по коже вопросов нет, я бы ее перешила просто, чтобы не было вот этих трещинок, но они не смотрятся как-то прям вот сильно некрасиво, это раз. И второе, такую точно кожу подобрать, как выяснилось, довольно нелегко. Я вот смотрела. Чтобы попасть в цвет. Да, нам сюда, да? Нам сюда. Поэтому я так пока не очень, не стремлюсь на самом деле перешивать этот салон, потому что мне очень нравится эта кожа, она практичная. И насчет маркости, многие думают, что вот белая кожа всегда грязная, это неправда. Как вы можете видеть, кожа белая, красивая, чистая. Я за ней ухаживаю, да, слежу. Ты же всё домой кувалишь, да? Мою машину часто, но кожу на мойке я никому не позволяю трогать, я ее чищу сама раз в неделю с помощью специальных средств. Чистка это очень легко, она занимает 15 минут времени и никаких... А у тебя есть пылесос? Пылесоса у меня нет сейчас, я пылесосят мне ее тоже на мойке. Кожу саму я протираю все средством, которое для очистки и для ухода. Ну, да, очень, конечно, свет на салон очень смотрится хорошо. Смотрится уютно, светло, то есть не перегружено, и отдыхаешь в салоне, очень приятно. Ну, да, потому что темный, конечно, настроение портит. Ну, бывает, конечно, что смотрится не, очень не красиво, наш, но это... кстати, не перебью, это другое что-то. Да? Да, там как-то прям... А можно и туда съездить? А может, его? Не знаю. Нет, это не тот, по-моему, 100%. По-моему, там речка Пихорка, судя по надписи. А-а-а. Я бы съездила там, интересно, может быть. А мы заедем там. Вот, но там въезда нет, да. Поэтому бордюров, да, рекомендуется опасаться, особенно высоких. А, кстати, как, угоняют их Volvo, не знаешь? Нет. Нет, они у гонщиков не особо популярны, что радует. Хотя я все равно за свою машину боюсь и храню ее исключительно в гараже. Да, то есть ты каждый раз ходишь в гараж? Ну, у меня гараж в доме. Ну тогда будет. Вот, на первом этаже, поэтому... Тоже согласен. И я, конечно, за нее волнуюсь, очень ее люблю, но, слава богу, Volvo не очень популярна у гонщиков по... Там не Mazda 3, да, которые постоянно... Да, Mazda... Вырезают им еще бампера, вырезают эти... У Volvo угоняют фары. Фары и решетки радиатора. Они стоят дорого, и они легко снимаются, прям безумно легко.
Против этого сейчас есть такой пакет специальный на Volvo, который защищает. Есть стекла, которые бронебойные, их не разобьешь. Они обычно бьют стекло, открывают капот, и там уже бац, все, увели фары. Там делают специальный антивандальный пакет, который не позволяет, во-первых, разбить стекла, во-вторых, он не позволяет снять фары. Так вот, для того, чтобы никто не пытался, владельцы еще и клеят наклейку о том, что можете не бить стекла, как бы смысла никакого в этом нет. Да. По-моему, неплохое решение, потому что фары здесь все-таки очень недешевые. Ну да, это, конечно. У меня-то неприятно. Стоят сейчас недорогие фары относительно, конечно, потому что я поставила галоген в связи с рестайлингом. Ага. Так как в моделях уже после 2009 года шел адаптивный биксенон. И ага. В ту подготовку, которая у меня сейчас, у меня был ксенон родной, но обычный. То есть ага. Не адаптивный, с автокорректором, просто ксенон. Ага. И сюда поставить уже адаптивные фары было невозможно. Поэтому поставила галоген. Могу сказать, что не испытываю дискомфорта. Опять же, светит прекрасно. Ага. На трассе, даже ночная трасса, я в основном по ночам езжу. Очень комфортно. То есть видно все. Проблем нет. Даже обочины подсвечивают. ПТФ, если передний включить, ага. Вообще едешь как днем. Вот. Ну, подготовленная машина, конечно, для таких. Вот там же тоже в Скандинавии темно, ничего не видно, правильно, едешь. Да, у них популярные дополнительные фары, они ставят такие прожекторы прям. У них это разрешено. У лосей, там... лосей подсвечивают 100%. Да, да. И один парень довольно забавный в клубе у нас, он в Швеции живет, у него как раз такой сарай, как положено, чемодан большой. У него прямо вся в прожекторах. С люстрами, не вообще, вот это Volvo. Он говорит, что да, против лосей, потому что заезжаешь в лес, ничего не видно, может и выскочить, кто знает. Да, лосей такие. Заканчивается это печально. Опасные обычно. Ребята, да. Ну, Volvo безопасная машина, так что, я думаю. Ну вот, в общем, подводя итог, очень Евгений нравится автомобиль, и мне тоже понравился, я вот сижу, комфортно мне достаточно. Ну, будем надеяться, что все это, что называется, действительно так, как оно и есть, потому что сомневаться в словах не приходится. Владелец всегда знает больше, чем кто бы то ни был, всегда, потому что уже сколько тысяч вместе, давит на педали, переключает передачи. Удивительная девушка, способная на то, к чему не способны другие. Поэтому всех призываю. Осваивайте реальное водительское мастерство, будете знать и машину, и себя, и не попадать в дурацкие ситуации, потому что все будет под контролем. Евгений, спасибо тебе большое. Да. Все. Очень здорово, ждите новых выпусков, покупайте машины Volvo.